Здорово, Щеглы. О погоде в городе Барнауле. У нас сегодня плюс 32 градуса. Жара неимоверная. Это просто какой-то кошмар. Поэтому в целях безопасности надо носить кепки. А также пить воду. Когда очень жарко, человек в среднем должен выпивать 1,5-2 литра воды. Поэтому, дорогие щеглы и щеглухи, берите с собой бутылочки, кепочки и в добрый путь. Смотрите мой канал на YouTube, канал называется Николай Кныш «Путешествия автомобили». Подписывайтесь, осталось 540 подписчиков набрать.